Давайте. Всім привіт! Ми завітали до музею західного і східного мистецтва, адже саме тут відкрилась виставка «Мама Африка», яка присвячена до Дня Свободи та кінця апартеїду Південно-Африканської Республіки. В експозиції близько 50 картин, які намалювали 5 одеських художниць. Тобто давайте подивимось та поспілкуємось з ними. День Свободи Південно-Африканської Республіки святкує 27 квітня. Чому саме виставка сьогодні? Потому что 25-летие Дня Свободы празднуется целый год. Так было постановление правительства, и пришлось на Южной Африке, они праздновали 27 апреля в течение месяца. А в Одессе и в Одесской области было так решено с послом, что будет в октябре месяце. Вы имеете связок с Південною Африкою? Нет. А как вы малювали? С интернета, естественно. Ну, потому расскажи. Что всю жизнь, да, как бы с детства мечтала побывать в Африке. Ну и вот, я надеюсь, конечно, моя мечта сбудется. И я это все вживую, своими глазами увижу. И зверей, и природу Африки. Я себе раньше представляла Африку, вот такое общее представление, коричнево-оранжево-песочного цвета. На самом деле оказалось совершенно город Кейптаун абсолютно голубой. Голубой невероятно. Два океана, огромное небо, это просто потрясающе. И очень красивые люди. Наші свята, наприклад, там 70 років Бессарабії святкуєте в Південній Африці? 70 років Бессарабії, думаю, що ні, но в Южній Африці существує асоціація українців. Вони празднують абсолютно всі праздники, тобто Дні Свободи, дні, вот, там, дні Незалежності. Маковей. Маковей, да. Вони празднують і Пасху. Там дуже сильно працює українська діаспора. Пантера или как правильно? Вообще, да, вообще это ягуар. Черный. Ягуар. Ну, да. Ягуар. По-моему, да. Угу. Давайте пантера. Я... Давайте пантера. Пантера. Пантера, пантера или ягуар? Называют, вообще это ягуар, но их называют еще пантерами. Это, кстати, гордость Африки. Південної Африки. Да. Здесь это вот чисто мое представление об Африке. Нет возможности было поехать, но я смотрела фильмы. И вот этот дух, которым вот изучение легенд, мифов, сказаний, верований, вплоть до того, что даже что обозначают орнаменты и так далее. То есть очень интересно, я достаточно глубоко изучала. А орнамент вы сказали, тут это орнамент? Да, это что орнамент. Значит, там есть треугольники, которые вверх и вниз. Низ опущенные. В одном случае это обозначает, что это женщина не замужняя, а в другом случае замужняя. Здесь вот замужняя, замужняя, да, потому как она олицетворяет образ мамы Африки. Я знаю, що в Південній Африці 11 мов, багато діалектів. Да, офіційних язиків 11. Да. Новості телевізійні йдуть на 4. Коза, африканс, англійський і зулу. 4 язика і показують новості. І ніяких проблем з мовою. Коли, наприклад, президент Південно-Африканської Республіки проводить прес-конференцію з журналістами, якою мовою він спілкується? Я думаю, що англійською, тому що це общий язик, об'єднуючи всі племена. Я захотела написать картину про зулусских девушек. Это вообще очень уникальное племя с очень интересной историей, с очень интересными обычаями. Эту работу я писала в технике пойнтилизм. Это техника рисования маленькими точками. Мне кажется, это очень необычно, когда тело рисуют пойнтилизмом. И на заднем фоне треугольники я выполнила в технике лессировок. Я некоторое время назад, по-моему, в 2016 году приехала в Украину на несколько лет. И я стала страшно скучать по природе, по животным Южной Африки. И я подумала, что как было бы замечательно, если бы населить наш город или вообще нашу страну африканскими животными. Это называется African Invasion. Это серия, когда животные выходят на улицы нашего города. Я думаю, что если бы жили бы животные на улицах городов, мы были бы намного добрее и благоразумнее.
і паркувалось би краще. Да, і паркувались. Виставка «Мама Африка. Музей західного і східного мистецтва» триватиме до 23 жовтня. Це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.